собрались мы на океан, так что мы скоро выезжаем. Вот. Ocean City. Ocean City. Ура! Снимем и покажем вам наш прекрасный океан. Самый большой мост. Да, Донь, какой он? Как он называется? Нет, это не самый большой. Да, но все равно мост, который идет на океан. Да. Я прошлый раз, когда ехала, да, аж дурно становилась, как посмотришь. О май гад. Такой большой мост, да. А то я говорю бридж, а на самом деле это мост. Очень высокий. Да, фантастический мост. Вау. Очень большой. Конечно. Да, очень серьезно. Потому что есть здесь иногда бывает трафик. Everything is full of cars. А есть... Сколько денег потрачено на этот мост? Большой трафик. Это была в этом атаке. В ресторан мы потом в него придем после того, как покупаемся в этом, поснимали. Сюда пришли, дети хотят взять на прокат джетски. Вот. Кататься это водный мотоцикл. Мы уже приехали. Еще чуть-чуть, и мы уже на океане. Здесь можно взять и лодки на в аренду. Вот. Семья может прийти, взять лодку, порыбачить, покататься. Здесь в аренду все. Какие волны на океане, не то что на море. Какая пена. И это не волны у них китайцы, это обычные. Вода она не пускается слишком далеко, потому что накроет. Ну вот. Понравилось? Вот его тянет туда подальше зайти. Сколько радости. Первый раз пошла здесь ноги помочить. Думаю, ну просто покажу, ноги помочу. Да так подмочила. И умыла, и покупала, и все сразу. Дальше я ему не разрешаю пока дальше.
Его волной отнесет так далеко, что пока не разрушает. Сегодня выходной, людей, конечно, много. Кристина пошла с Мишей на джетски. Они будут арендовать. Джетски? Да, они пошли, а мы пойдем мороженое покупать. Сейчас помоем. Потому что здесь необыкновенный песок, тоже не такой, как морской. Вот, он к тебе приклеивается, как этот. Сильно-сильно приклеивается, что весь грязный в песке, а то ты приезжаешь, потом песок в ушах, в штанах и везде. Такие скульптуры здесь все время, каждый год проходят конкурсы, вот они здесь делали вечерю. Иисус, как они, молодцы. Вот. Они так в поддержку собирают денежку. Вот. Очень красиво. Можно туристический паровозик. Типа, но не паровозик, а вообще. На набережной продаются и картины. И картины. Идем мы вообще-то за мороженое. Деревянный пол, там каменный. Сейчас мы найдем наше любимое мороженое. Сейчас мы его найдем. Видите, катаются. Кейкс. Лимонейд продают. Ага. Ну, we will be by. Это наше любимое мороженое. Мы такое покупали. Какое? 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 Yeah, вот ice cream. So really like it, like it, like it. Strawberry. У тебя баданчик, как у тебя? Bubblegum. Bubblegum? Mm. Mm-hmm. You're a strawberry. Yeah. Do you like it? Give me a test. Дай я попробую. У меня клубничная. Strawberry. Очень вкусно, правда? Mm-hmm. Какой тебе нравится? Конь, а банана? Huh? Как называется то, которое мы в зоопарке... в этом еле. Six Flags. Какой мы? Банана? Split. Ага, do you like it? Yeah. Little bit. Okay, what better, this or banana? This. This? Угу. Сейчас и я буду есть, а то растает. Богдана полные карманы песка. Что-то вода уже к нам подбирается. Надо немножко дальше отходить. Богдан! Тянет его, там мальчики.
И его тянет все время туда, на долину. Смотри. Штаны чуть не сняло наполовину. И Донику палец сняло. Она говорила, ой, не буду две тейки одевать. Повыделывалась, ага, тоже сняло. Вот так, в воде никто не заметил. Вот вам стихия какая. Да, хорошо, так что уже солнышко садится. Скоро пойдем в ресторан, дети придут. Они поехали на джетски. Кататься все катаются, пока их нет. Я смотрю за Богданом, который так и хочет зайти подальше в воду. Вот, галкает тут. Так что люди уже потихонечку уходят с пляжа. Все равно очень красиво, очень хорошо, и вода очень-очень теплая. Для океана вода просто прелесть. Ничего. Сейчас, может, дети придут, и я поплаваю. Так, я смотрю за Богданом, не могу отойти. Вот, так что пойдем скоро в ресторан. Вот это уже мы точно уходим отсюда. Хотим еще там покататься на карусели этой. Уже как красиво.